практически все питомники, по крайней мере, мной и моими друзьями проверено около сотни. Вот, практически все фотографии из интернета. Вот, как правило, одни и те же абрикосы. Только моих фотографий украдено штук 30-40, о чем фильм снимался, сами знаете. Кто хочет, тот видит, потому что видеть надо, иначе вы, покупаясь на красивые фотографии, часть из них нарисованных, вот, с плодами нарисованными, с огромным урожаем, нарисованным. Я это называю... Молодец, а теперь, Тимоша, дай я закончу, потом ты. Молодец, молодец. Это мы только пришли еще. У нас еще десяток деревьев, подкажем постольку. Вон он весь винегрет, видите? Я вам показываю грушу под названием сварог. Я даже знаком с Байковой, одной из авторов этого сварога. Замечательный сорт, но дело в другом. Я вам покажу пример вегетативной гибридизации. Как это будет выглядеть. Итак, то, что вы видели в фильме, который был основан фотографии, вы могли бы не поверить, потому что этого не может быть никогда. Вот, тут наука стоит насмерть. Это что получается? Ждать, пока все умрут, кто против? Долго. Да и молодежь сейчас все равно ничего в этом не понимает. Их же учили чему-нибудь и как-нибудь. Итак, Тимоша, помолчи. Вот будущий этот профессор кислых щей. Помолчи, пожалуйста. Вот. И вот, чтобы вы знаете поговорку, нарисуем, будем жить. Итак, мною и моими друзьями проведена экспертиза, и не выявлено пока из сотен питомников, из сотен интернет-магазинов, торгующих саженцами, ни у одного из них не выявлено ни одного маточного сада. Вот нет и все. Вот нету. Итак, значит, получается, что надо на этом делать акцент, на тех немногочисленных садах, которые все-таки есть. Вот один из них. Я не могу остановиться на чем. Итак, значит, вегетативная гибридизация существует, и земля вертится. Вот. Хорошо, что сейчас нет инквизиции, иначе бы меня академики бы уже сожгли. Слово лишали на конференции. Смотрим сюда. Подвоем является уссурийская груша. Вот он, подвой. Так. И у него было 4 ветки. Все 4 ветки были привиты 4 грушами. Лада. Листая красавица. Так, третья не помню, по-моему, что-то из Яковлева. И четвертая сварог. Мощно пошел только сварог. Вот то, что осталось, посмотрите. Вот это то, что осталось от лады. Вот этот пенечек. Ну и там, и так далее. Сейчас я не хочу вас размазывать ваше наблюдение. Итак, лада погибла. Вот. Вот это все. Вот это, вот это. Вот это. Посмотрите, там наверху какие они красивые, крупные. Кстати, бывало на некоторых деревьях, вот интересно, есть какая-то еще немножко разброс. До 500-600 грамм, представляете? Мне это, там, где я брал эти груши, черенки, а вот тут у меня, ну, вот такие они, еще увеличились в размерах. А в среднем они вот такие. Так, Галина Николаевна Байкова, узнаете? Ваши. Вот, не узнать невозможно. Так, и вот единственная ветка, это и есть очередная сенсация. В предыдущем фильме я рассказывал вам. Становлюсь на четвереньки, залез, вот видите, на четвереньках стою. Итак, смотрим внимательно. Вот эту ветку я никогда не прививал и прививать не мог никогда ни за что. Почему? Я не прививаю горизонтальные ветки. Это мое кредо. Это мой принцип. Проповедую, сам исследую. Вот, вертикальные ветки были припривиты. Смотрим сюда. Итак, вот это была лада. Вот она, видите, все, что от нее осталось, этот пенечек. Вот. А ниже ее ветка сварога. И вот на этой ветке сварога выросли плоды лады. Есть фотографии. Значит, кто исследовал, кому я показывал? Я показывал Турсун Пулоту Дускобилу, кандидату наук завлабу на тот момент Абаканского института аграрных проблем. Я показывал, у меня даже фотографии где-то есть, одному из авторитетных садоводов.
приказ был такой, просьба моя, найдите следы прививки и сравните плоды. Сварок не относится к сладчайшим грушам, не относится. Вот. В лучшие годы он очень сочен и вкусен с легкой привкусом. Но это когда дичайшая жара, чего в Сибири бывало. Вот. А на самом деле, другой год, он совершенно не это, несъедобен. Это когда совсем худые годы, ну и достаточно съедобный, ну, с небольшим морщинкой на лице. Это средний год. Вот. И внимание, еще раз, вот эта ветка. Вот фотографию я вам показал, где один из крутейших садоводов ее исследует. Вот. И я уже успел попробовать. Вы скажете, с другого дерева ладу сорвал на пробу. Смотрим внимательно. Итак, внимание. Как это в цирке? Как же там они говорят-то? Внимание, ап! Итак, вот она. Весь сварок. Еще раз, вот она горизонтальная ветка. Пошли по ней. И находим, внимание. Походим. Только не говорите, что я ее привязал. Оп, упала. Так, скажите, привязал. Ладно, а вот это? Видели, да? Чистая, стопроцентная лада. Вот, сейчас, не знаю, авторитеты у нас перевелись. Дускобилов уже глубокий пенсионер. Вот, Байкова пенсионер. Вот, подтвердить, опровергнуть некому. Дело в том, что осталось всего лишь попробовать и сказать «да». То есть сказать, что ладу знает Байкова, ладу знает Дускобилов. Где вы, братья мои старшие? Вот, и сказать, что абсолютный вкус у лады. Лада относится к вкуснейшим грушам. Где-то еще, может быть, какой-нибудь плодик найду. То скажете, все-таки привязал. Смотрим. Нет, не привязал. Так, ну, в общем, это весь урожай, потому что он пока сыпался. Да, кстати, этим висеть еще месяц. Чувствуете разницу, да? А лада уже заканчивается, то есть уже десяток было собрано, вот этих вот плодов желтеньких. Ну, я не знаю, был ли я убедителен, вот. Но такие авторитеты искали следы прививки, не нашли. Итак, выводы. Вегетативная гибридизация заключается в следующем. Вот, пока еще, видите, несколько лет лада пожила, пока она была жива, гены лады перешли в сварок, улучшили вкус, изменили форму. Вот, клянусь Богом, ох, попадет мне опять от моих друзей верующих за то, что клянусь. Но у меня выхода нет, что все, что я сказал искренне. Как-то при выражении такое, как на духу, во. Ну что, Юрий Алексеевич Слатенков, мы с вами два сапога, помните, я говорил? Не одинаковые, нет, один, наверное, правый, левый, другой, или наоборот, тот левый, этот правый. Ваша, знаете, чем меня покорил Слатенков? Вот, я его называю гением только за одно это выражение. Он определил, что зона вегетативной гибридизации 100-миллиметровая. От места прививки. Так? Вот. Я определил по-своему. А как? А так я сказал. Чем ближе к месту прививки, тем влияние подвой сильнее. Поняли? Вот. И что теперь делать, если я называю за эту фразу гением Латинкова? Потому что до этого у нас был гений Мичурин. Но дело в том, что его с пьедестала почета сняли. Ну, скромно, сильно перехвалили, а потом скромно, так невзначай, так незаметно было приказано, видимо, забыть. Так же, как про Стаханова, так же, как трактористку Ангелину, ну, про всех наших героев. Вот. Уже как-то не так вспоминает Покрышкина с Кожедубом, которые сотни раз рисковали жизнью. Вот. Много чего у нас. Выкапывают из могилы Зою Космодемьянскую, называют террористкой.
Ой, что только творится. И матросов случайно упал на это, на пулемет. Вот. Вот в такой стране живем. Один из похорон состоялся в адрес Мичурина. Просто на всякий случай приказано было забыть. Почему? Потому что все, что я говорю, вот, за исключением двух-трех фраз, ключевых, правда, все у меня совпадает с Мичуриным. Но открывать пришлось по новой. Уже когда мне было много лет, под 50 или под 50, или даже 55, наконец-то мне прислали книги, изъеденные мышами или крысами. Называлось «Избранное произведение Мичурина». Вот так. И вот этот символ надо будет сфотографировать. Я поищу в архиве. Вот, но я уже переезжал, найду, не найду. Посмотрим. Вот, чтобы вот эта вот книга, полусожранная мышами и крысами, стала символом современного садоводства. Вот. Все хорошее забыто. Ну вот на этой фразе я заканчиваю.